Современное образование. Добро пожаловать. Не обращай внимания, это прекратится. Итак, первый вопрос. 1+1. Да. 2. Неправильно. Да. Мультикультурализм. Отлично, Саймон. Следующий вопрос. Сколько будет 3×3? Да. 9. Неверно. Да, Пенелопа. Гендерное равенство. Молодец, Пенелопа. Вы что, шутите? Ты думаешь, что гендерное равенство — это шутки? Нет, но разве это не класс математики? Не будь таким расистом. Да я просто спросил. Мы не задаем вопросы. Вопросы оскорбляют. Да. Так, студенты, я так понимаю, что вы подготовили домашнюю работу. Человек с самой высокой оценкой полетит в Нью-Йорк с презентацией на Всемирный математический саммит. Пенелопа, хорошо, 6/10. Саймон, у тебя тоже 6/10. Эй, осторожнее, ты на нее смотришь уже больше 10 секунд. Чего? Это форма домогательства — смотреть на женщину дольше 15 секунд. И когда я говорю «женщину», я не хочу оскорбить тех, кто выбирает нетрадиционные отношения. Когда я говорю «нетрадиционные», я не хочу, чтобы это звучало обидно для любой персоны, которая противостоит историческим. Хорошо, хорошо, я понял, я понял. К сожалению, солнышко, твое домашнее задание можно оценить только на 1 балл из 10. Я использовал математические методы для анализа электрокардиограмм, кардиостимуляторов и вычисления риска сердечных приступов. Это новый метод, но он потенциально мог бы спасти тысячи жизней. 7. Но вы же даже почти не читали. Я использовал красную ручку. Что? Красный считается оскорбительным в ряде религий. Почему ты все сводишь к выбору единственного цвета, в то время как человечество — это радуга из красоты и духовности? Да. Окей, хорошо, 7 из 10, но это же все равно значит, что я попаду на саммит, так? Процесс оценки еще не завершен. Так как мы живем в обществе, которое базируется на равенстве, все оценки будут разделены поровну между всеми нашими студентами. Вы, наверное, шутите. Отлично, студенты. Мы все равны, мы все усреднены. Но кто же поедет на саммит? Я! Мы еще не получили оценки за наши преимущества. Что, совсем ничего не знаешь? Это верно. Так, Пенелопа? Ты девушка, поэтому плюс 1 очко преимущества. Но правда, ты белая, поэтому -1. Но я бисексуалка. +1. И получается, что у тебя 6 баллов из 10. Саймон, ты, к сожалению, гетеросексуальный белый мужчина, поэтому... И еще он цисгендер. Да, поэтому -4 балла привилегий, поэтому у тебя остается только 1 балл из 10. Ну, это справедливо. Теперь ты. Ты мужчина, и ты мне не нравишься, поэтому -2 очка преимуществ. Но ты темнокожий и сексуально не определившийся, поэтому это +2. Это значит, что твой итоговый балл равен 5. Погодите, а почему это я сексуально не определившийся? И, наконец, солнышко. Я гей, транссексуал, азиат, у меня лишний вес, я из бедного класса, я глупый, непривлекательный, у меня волосы на сосках, я не могу нормально бегать и завязывать шнурки самостоятельно. И однажды я видел, как умирает голубь. Великолепно, солнышко. Это 13 очков привилегий. Это значит, что у тебя 18 баллов из 10. Прекрасная работа, солнышко. Ты едешь в Нью-Йорк. Ура, солнышко! Мы знали, что ты справишься. Дайте-ка мне посмотреть на это. Да
Тут же только надпись равенства и рисунки с сердечками на куске бумаги. Он выразил себя, и это красота. Да он же даже слово равенство написал неправильно. Мы не дискриминируем. Но это же вообще никакого отношения к математике не имеет. Ты думаешь, ты такой крутой со всей своей математикой, наукой и фактами? А как же чувства, а? Да? Чувства важнее фактов. Да. Это неправильно. Вы все сумасшедшие. Ты вторгаешься в мое личное пространство своим отличающимся мнением. У меня есть право выражать свои мысли, а у нас есть право не быть оскорбленными. А это важнее. И если ты не перестанешь нас атаковать вербально, нам придется применять правила самообороны. Вы не можете этого сделать. Вообще-то мы в полном праве так сделать. А сопротивляться будет для тебя незаконно. Да. Это бред. Приготовься умереть в борьбе за социальную справедливость. Добро пожаловать. Не обращай внимания, это прекратится. Современное образование. Роли озвучивали Александр Киченко и Любовь Киченко специально для проекта erlan.fm vk.com/erlan_fm.